Всем привет, меня зовут Константин, сегодня мы смотрим Final Fantasy Returns, демо-версия, и у нас будет обзор и первый взгляд. Итак, наконец-то, целых 5 минут наблюдали заставку, давайте зайдем в настройки. Субтитры есть. А, собственно говоря, все нормально. Давайте посмотрим плей демо. 1.1. Я понял. Ух, я во что-то. Чем-то красивым ударили. А, понятно. Есть несколько форм, в которые я могу превращаться. Слушайте, здорово, что они не сделали систему пошаговой, ну или по крайней мере здесь-то. Так. Интересно посмотреть, что еще в арсенале есть. Черный маг. Это интересно. Конечно же, зрелищные заклинашки. Ну, я так полагаю, противник просто был куклой для избиения. Посмотрим, дадут ли нам какой-нибудь клочок сюжетной линии. Слушайте, реально открытый бой. Это клево. Противники, конечно, просто мясо. Так, 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 куда идти? Ну вот эту надо убить. Давайте его убьем. Это все не там. Ввязываемся в драку. А, ну без. Можем издали стрелять. Где у нас ближние атаки? Вот она. Угу. Красная полоска наверху расходует ближние удары. Синяя расходует ману на заклинание. Так. Не отмечено сюда. Давайте. Нет. Можно как-то пройти? Никакой подсказки нету по поводу того, что нажать, как, куда. Пить какие-то. Что это вообще такое?
Понятно, просто нужно было убить всех. До этого, конечно, двери не открываются. Ну, ладно. A glimmer of light appears at last. Is the savior a sign of coming destruction? I would like to bet on hope. If you believe you are the true savior, you'll need to be carefully prepared for the battles. Понятно, предлагает купить у него всякую всячину. Ну, обойдемся пока без этого. У нас чисто ознакомительная версия. Расход энергии. Так. Что-то здесь ничего не доступно почему-то. Он туда прибежал, что ли? Отмечен сюда. Полагает, мы просто сейчас по кругу пробежим. Куда идти-то? Опять по кругу бежим. Вот, отмечается, что здесь нужно что-то сделать. Вот, а что? Нет. Атаковать нельзя здесь никого. А, это другая сторона. Я должен найти у меня. А, вон там какой-то коридор направо был. А я пробежал вам. Может, здесь? Так. Пробились в защиту. Противников, кстати, теперь двое. Угу. Ставишь защиту. Так, теперь ты. Убили одним ударом. На самом деле очень нравится вот этот новый вид боя. Оп. Так, что-то я так полагаю использовать. Наверное, все-таки надо было купить этого парнишки что-нибудь. Потому что мое ХП падает. Здесь ничего нету. Это меняется лишь карта. Ну, ладно. Так вот. Очень нравится вот этот свободный бой, а не вот этот пошаговый, что было раньше. На самом деле это круто.
Давайте пробежим, баним без ненужных встреч. Чем там щит? Стрелять, чтобы прыгать? А, понял. Ранее не позволяли. Patron? I don't see it. Sure, he liked to look after people, but lording it over an entire city? Well, it wasn't his choice. Я так полагаю, следующий бой приведет к моей, скорее всего, смерти, потому что лечиться мне нечем. Попробуем бежать всякие ненужные встречи. Doesn't look like he's enjoying it much, though. When I looked into his eyes, I didn't see much of the old snow. Так, чуть темнее, что я... Угу. Ну, прямо Assassin's Creed. Так. Дальше. Как ХП восстанавливалось что-то со временем. Ну, прям совсем. Да ну, что мне нужно вообще? Полагаю, нужно его убить по-любому. Давайте попробуем его сгасить. I will fight evil. Потратим ману, убьем издали. Неудачно. Так, сейчас восстановим энергию. Ну, хоть убили, это хорошо. В принципе, главное правильно пользоваться формами, менять их. Так. А, понятно. Нажать, чтобы открыть. Ну, логично. Конечно, количество наших жизней. Ну давай, тейк туториал. Так. Здесь можно смотреть противника. Я так полагаю, в принципе, здесь можно рассмотреть его все слабые стороны. Это очень удобно. Ага, я вот один раз его ударил, и у меня показал, какой урон ему нанесло. И меня убило. Ну, собственно говоря... О. Хоть бы жизни прибавили, но ёперный театр. Ладно, давайте еще разочек. Подтвердим нашу теорию по поводу всего заставочку, мы сейчас пропустим.
Скип. Интересно, а у меня есть какой-нибудь... Атакуйте, говорит, его молнии. Угу. Он тут же показал, что сопротивление у него нормальное, точнее, или урон наносится нормальный. Видать, у него, наверное, слабость к нему. Ну, конечно же, убил с одного удара. Ох, вот это на самом деле... Ну, это может быть только в демоверсии косяк, что... Ну, нет у меня теперь хпшка, как вот мне бить его с таким количеством жизни. Возвращаться куда-то назад не слишком удобно. Ну, ладно, я думаю, на этом, в принципе, можно закончить первый взгляд на Final Fantasy Lightning Returns. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал. Всем давайте, всем пока.